Всем привет, и сегодня я покажу, как сделать телевизор в Майнкрафт. Как видите, это Майнкрафт Пи. Хоть тут нет механизмов, но я пофантазировал и сделал вот такой телевизор. Правда, кнопка находится у него не как обычного телевизора, но работает он по тому же принципу. Мы рушим красный блок. Вот он. Просто его рушим. И у нас появляется вот такая вот картинка. Картинку можно сделать любую. Спасибо за просмотр, всем пока. Если вы хотите, чтобы я сделал видеоурок по постройке этого телевизора, то напишите в комментариях.